Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу поблагодарить всех вас, как обычно, за очень теплые отзывы на мои песни. Мне это очень приятно. Кто-то спрашивает, с кем я пою. Я об этом уже говорила в моих предыдущих видео, но для тех, кто не смотрел те видео и пропустил эту информацию, я записываю свои песни через приложение, которое называется Smule. Это такое приложение для любителей пения, которое любой может закачать на свой телефон. И, пожалуйста, наслаждайтесь. Там есть оркестровки для тысячи тысяч песен, может быть, даже миллионов песен на любых языках. И есть люди, которые записывают дуэты, так называемые. Как они делаются? Вот человек берет песню и записывает только, скажем, первый и третий куплет. А второй, четвертый он оставляет петь любому человеку, который хочет в этот дуэт присоединиться. То есть вот такая заготовочка выставляется туда на сайт, а вы потом подключаетесь и допеваете все, что он не допел, или подключаетесь, где он поет, создаете двуголосие или поете в унисон. И все это записывается и сохраняется там же в этой программке. И в этой программке есть такая функция, что можно скачать эту песенку к себе на телефон, а потом вот так выложить на канал, послать своим родственникам и так далее. Чтобы пользоваться успешно всеми функциями этой программы, нужно заплатить определенную денежку. Эта сумма разная для разных регионов, так что вот смотрите, сколько у вас это стоит. Если вы считаете, что вы такие деньги можете потратить на свое хобби, то записывайте, наслаждайтесь, это очень-очень даже здорово. Ну, такое хорошее, приятное занятие. Дальше. Хочу сказать, что мой канал вот так неожиданно из какого-то маленького такого бутичкового канала перерос уже как-то вот в такой большой канал. И представьте, вот сейчас я только посмотрела, и у меня уже почти 5000 подписчиков. Причем все это как-то случилось так лавинообразно. Было тихо-спокойно, и где-то даже вот в связи с этим коронавирусом мне не хотелось особенно записывать, потому что я смотрела очень много информации, пыталась понять, что происходит в мире, а это все время, и записывать как бы какие-то мысли по этому поводу я не хотела, потому что не было вот такой полной картины. Ну, ее, собственно говоря, не сейчас, и сейчас этой тоже полной картины нет, но уже какие-то для себя выводы я сделала, но продолжаю изучать, потому что ситуация, она же не стоит на месте и не закончилась, она продолжается и развивается, и я думаю, что будут еще всякие разные события, типа второй волны, которые нам предрекают, о которых тоже нужно будет много чего изучить. Как-то все это неравномерно распространяется по миру. Где-то ситуация более ослабленная. Ну, вот я так понимаю, например, в Турции у нас как бы все тихо. В Алании нет ни одного заболевшего. Мы перестали получать сводки с фронта. Столько-то тестировано, столько-то вот заболели, столько-то в больнице, кто-то там умер. Как-то это все сошло на нет. Единственное, что у нас осталось, это то, что когда мы заходим, допустим, в магазины, особенно вот такие сетевые, они требуют, чтобы на нас была маска. Ну, ее обычно просто вот одеваешь вот так на подбородок, как, я думаю, многие делают. Заходишь в магазин, быстро покупаешь все, что тебе нужно, и также выходишь, и эту маску кладешь в сумку до следующего раза. Уже никто не парится их делать одноразовыми и так далее. Ну, конечно, если ты вспотеешь, а на улице сейчас жарко, я просто прихожу домой, вот прям сполосну под раковиной, где я мою посуду, вот с этим самым мылом повешу, и потом, когда она высыхает, кладу ее обратно в сумку и использую ее еще раз. Так что вот это то, что происходит у нас с коронавирусом. Но, например, в таких странах, как Австралия, Новая Зеландия, Казахстан, там какая-то ситуация совершенно другая. С чем она связана, я не знаю. Пока я не докопалась до той информации. Но, судя по всему, у них больше заболевших, реальных или опять приписанных, я не знаю. Но, судя по всему, реальных, потому что люди пишут как бы свои комментарии к каким-то видео, не моим, а другим видео, которые на тему, и пишут, что у нас происходит что-то страшное, геноцид, люди умирают и так далее. Все это очень как-то тревожно и непонятно. Всегда
все гораздо более тревожно, когда ты не понимаешь суть вещей и откуда все это идет. Ну и в Австралии, и в Новой Зеландии тоже какая-то ситуация не очень хорошая, особенно в штате Виктория, где опять планируется закрыть людей по домам и так далее. Ну, в общем, вот так вот. Ну и, естественно, с увеличивающимся потоком моих подписчиков или просто зрителей увеличился поток хороших комментариев. Но наряду с этим и увеличился поток плохих комментариев. И я раньше как бы не прибегала к такой функции, как заблокировать. Потому что я думала, что я все-таки как-то обойдусь, так сказать, малыми мерами, кому-то я что-то отвечала, кому-то не отвечала, просто игнорировала. Но, вы знаете, все труднее и труднее становится игнорировать, и человеческая злость, откровенная зависть, это, конечно, очень огорчает. Это очень огорчает. Ну, вот сейчас я вам просто прочитаю, ну, один из таких, допустим, комментариев от товарища, не знаю, кто это, он или она, Ослик ТВ Крокозябра. Значит, вот этот товарищ вот с таким очень странным именем пишет мне: это называется старческое состояние в период климакса. Если уж по-честному, то вспомните, как в 2005 году, когда начинали строиться, когда обживали дом, ведь мысли были другие. Почему тогда не уехали? Да потому что не было таких денежек, которые сейчас пришли с продажей дома. Давайте хотя бы перед собой будем честными. Ну, давайте. Вы знаете, когда мы закладывали этот дом в 2005 году, мы его не из лейки поливали, чтобы он рос. Мы работали и денежки платили за этот дом. Вот эти деньги мы зарабатывали и платили банку, выплачивали. Чтобы потом, когда мы продадим дом, мы, возможно, уже ничего бы не должны были бы банку. Ну или да, если бы были бы должны, то уже было бы так называемое по-английски equity. То есть часть выплаченного дома, которую при продаже, естественно, мы бы забирали себе. Но, товарищ Крокоябра, мы не поливали дом из лейки. Он не рос у нас, как пальма в саду, бесплатно. Мы за это работали. Поэтому давайте быть честными перед самим собой. Вам что в этом процессе не понравилось конкретно? Непонятно. Так что вот, вот такие вот комментарии. Как их называть? Глупыми, дурацкими, злыми? Не знаю. Далее. Живете в чужой стране без знаний языка и высказываете недовольство. Да, это чисто по-русски. Все народы прогнитесь под русских, они к вам приехали. Нина Филатова, причем сама русская. Совершенно случайно посмотрела ваше видео, не могу не ответить. Это она продолжает в следующем же посте. Как вы критикуете чужие страны и законы? Доезжайте в свою Россию и наслаждайтесь их почтальон, их некурящими соседями и законами. Я живу в Украине, где политическая ситуация очень нестабильна, но я никогда не покину ее. А в Турцию езжу отдыхать 25 лет по два раза в год. Были года, когда в отеле отдыхало много турков, особенно после Рамадана. Так вот, курение турков просто мелочи по сравнению с пьянством русских. Что я могу сказать вам, Нина Филатова, которая живет на Украине? Ну, во-первых, я хочу сказать, что я-то критикую как раз не законы, если вы успели заметить. Я как раз критикую нарушение этих законов. Потому как ни в одной стране мира, включая Турцию, нет законов обманывать, обсчитывать, курить в транспорте водителям этого транспорта и так далее, и так далее, и так далее.
У Турции есть прекрасные законы, но есть индивидуалы, которые эти законы игнорируют. Так вот, это мне как раз и не нравится. Далее. Я живу в Украине, где политическая ситуация очень нестабильна. Да, ситуация нестабильна. И вы не покинули. Но я так понимаю, видимо, у вас просто не было возможности. Я знаю, что огромная часть украинского народа была вынуждена покинуть Украину, потому что там стало очень трудно жить. И я им, честно говоря, искренне сочувствую, потому что Украина была цветущим краем, который просто разорили. Это печально. Ну и как бы приезжая 25 лет на отдых в Турцию и уважая их законы, можно было бы и узнать, что Рамодан все-таки пишется через А. Это Рамадан. Вот. По поводу пьянства русских. Слушайте, вот давайте не будем здесь мериться силой. Мне кажется, и русские, и украинцы пьют одинаково. Так что никто здесь не, так сказать, победителем не является, к сожалению. Вот это вам, Нина Филатова, мой официальный, так сказать, ответ. Вот такой личный, персональный. А дальше. Многие люди пишут, почему я не на сцене? Почему я не на сцене? Ну, друзья, я была на сцене достаточно много. Я много пела, я много выступала, когда я была помоложе, и у меня было много энтузиазма. У меня была аппаратура, я с ней ездила везде и выступала, и мне это все это очень нравилось и так далее и тому подобное. Но сейчас в моем возрасте, вот представляете, чтобы поехать выступить, мне нужно, во-первых, эту аппаратуру иметь. Вот именно не ту, которую там, допустим, имеет какой-то ресторан или клуб и так далее, потому что я эту аппаратуру не знаю. Я не знаю, как я в ней звучу. А я все-таки люблю дела делать качественно. Это значит, что мне нужно эту аппаратуру самой приобрести. Эта аппаратура дорогая. А потом вот эту аппаратуру устанавливаешь дома. Ну вот, например, как я уже сейчас себе немножко здесь собрала. Вот вам сейчас покажу. Опс. Вот видите, у меня стоят колонки, вот у меня стоит мой кейборд, вот у меня здесь микрофон, который, кстати, я привезла из Австралии, потому что он мой любимый. Вот уже приобрела себе микшерский пульт и так далее. Но для... Сейчас, секунду. Так. Но для выступления на сцене вот этого недостаточно. Там нужны совершенно другие колонки, там нужно еще дополнительное оборудование. Вы знаете, в 60 лет все это покупать самой и возить туда-сюда. Вот представьте, это же все нужно. Все провода отключить, все это погрузить в машину, которой, кстати, здесь у меня нет. Я пользуюсь здесь велосипедом. В Австралии у меня была машина. Я загружала всю аппаратуру в машину. Я ехала куда-то, на месте собирала эту аппаратуру, все подключала, выступала. Потом в конце я опять разбирала это все, грузила это в машину. Везла домой, разгружала из машины, ставила туда, где это у меня стоит, где я пела, где я репетировала, и опять все это подключала. Вы знаете, даже если я буду это делать за деньги, вот, понимаете, никакие сейчас деньги меня не заставят это делать. Я этим всем занималась, и как бы сейчас я не хочу. Я просто пою для своего удовольствия. Если вам это нравится, слушайте. Если нет, на YouTube есть миллиарды других каналов. Одна дама, вот здесь вот у меня прямо вот сейчас, ее зовут Улкан Саитова, пишет мне: «Привет, Наталья, песни Димаша спой, пожалуйста». Ну, во-первых, обращается ко мне на «ты», а мне вроде как уже не 15 лет. Но это ладно. Я ей отвечаю: «Песни Димаша слушайте от Димаша». Она пишет мне: «Значит, не по плечу». Я ей ответила, что я уверена, что у вас получится замечательно. Запишите и пришлите ссылку, мы послушаем. А вот к чему такие комментарии? При чем здесь Димаш? При чем здесь я?
У него, он профессиональный певец, который получает за это деньги. Он очень талантливый молодой человек, исключительно талантливый. Мне нравится его голос, он великолепно владеет техникой пения. Родители у него музыканты, они его всю жизнь к этому готовили. Я же как бы, для меня это всегда осталось просто хобби, ну и потом не всем дается талант. Я уверена, что у Улкан Саитовой такой талант есть. И если она мне пришлет ссылочку, где она записала песню Димаша, хотя бы одну, самую простую, я вот прям обязательно скачаю и поставлю в свое видео, чтобы мы все знали об этой великолепной певице. Вот, далее, значит, был такой еще комментарий. Одна женщина пишет, что «О, вы себе здесь сцену устроили». А лучше рассказывайте вот о том, что в Турции происходит. Дорогие мои, те, кто действительно заинтересован в том, чтобы я рассказывала им именно то, что им нужно, пожалуйста, посадите меня на зарплату, и я буду это делать. А пока я работаю бесплатно, пока я еще, опять же повторяю, не монетизировала мой канал, ну, возможно, я это сделаю, а почему бы и нет, 5000 подписчиков мне вполне уже позволяют это сделать. Если вам не нравится, дорогие мои, вход там же, где и выход. Если и это непонятно, то придется помочь. Я не любитель, конечно, но я уже теперь хорошо знаю, где находится, так сказать, кнопочка «Заблокировать пользователя». Я смотрела канал один, достаточно долго смотрела. Там женщина Фатима, турецкая жена. Вот мне очень нравился ее подход. Какая же она молодец. Вообще она большая умница. Я прям с большим уважением к ней отношусь, потому что она настоящая мать, настоящая жена. Это видно, это чувствуется. Но она еще и честный человек, справедливый человек и умеет за себя постоять. Так вот, не думайте, что я такая вся белая и пушистая. Я тоже умею за себя постоять. И на своем канале вы приходите на мой канал, приходите ко мне в гости. Если вы пришли с добром, добро пожаловать. А если вы приехали, пришли ядом здесь побрызгать, то я вас отправлю быстро туда, где вам надлежит быть. Так что вот такие вот у меня дела. Песни записывать буду. Рассказывать о том, что мне интересно, буду. Всем, кому нравится быть со мной, кому интересно быть со мной, я с удовольствием буду рассказывать. Пишите свои вопросы, пожалуйста, я на них отвечу. Да, вот могу как раз рассказать, кто-то спросил, вернее, кто-то опять же вот с такой вот поддевкой мне написал, что у меня какие-то корни такие непонятные, что-то у меня такое вот в моем роду, может быть, в моем виде непонятное. Так вот, я вам скажу, что отец у меня москвич. Его звали Вячеслав Григорьевич Гришкин. А мама моя белорусская, из Минска. Познакомились они очень просто. Мой отец служил в армии в Минске, и там он познакомился с моей мамой. Когда он отслужил, он женился на ней и привез ее в Москву. Вот мои корни. Нет у меня больше там ничего, что могло бы кого-то насторожить, обидеть, задеть и так далее. И меня задевать тоже вот в этом отношении нечем. А еще были такие, несколько таких было отзывов, что, мол, я такая эгоистка, что я должна была бы быть сейчас с моими родителями, вот за ними ухаживать, а я где-то там вот по свету, так сказать, блуждаю и так далее. Тоже вам освещу этот вопрос, чтобы больше таких речей не возникало. Моя мама умерла в 2002 году. Уже 18 лет назад. Пока я могла, я ей помогала, чем могла, так сказать, ухаживала, платила денежки каждый месяц, чтобы ей жилось хорошо. А жила она с ее мужем и с моей сестрой, и с ее, так сказать, семьей. Они жили все в трехкомнатной квартире. Так что я никого не бросала. А мой родной отец умер, когда мне было 9 месяцев. Я его и не знала практически, о чем часто задумывалась в своей жизни и думала, как могла бы эта жизнь повернуться,
если бы у меня был отец. Ну, наверное, люди, которые теряют своих родных, вот именно родителей в таком раннем возрасте, наверное, тоже всю жизнь думают, а как бы это было бы, если бы мой отец был жив? Но на данный момент у меня ни отца, ни матери нет. У меня был отчим, который меня воспитывал с 5 лет. Моя мама вышла замуж, когда мне было 5 лет. И в нашу семью вошел папа. Я его звала папой. Он меня вырастил. Он был очень хорошим отцом. Я ему абсолютно за все благодарна. Но он, к сожалению, тоже умер 3 года назад. Так что... Нет у меня особенно никого. У меня есть взрослый сын, который живет в Австралии, ему 40 лет. Он работает, занимается спортом достаточно серьезно, занимается видами борьбы всякими разными, играет на гитаре, живет так, как он считает нужным, он взрослый человек. Так что нянчиться мне ни с кем, к сожалению, не надо. Он не женат. У него есть подруга, но они не собираются заводить детей. Вернее, так будем говорить. Подруги, наверное, всегда хотят детей. Это же понятно, потому что это наша женская натура. А он как-то не очень склонен пока. Ну, подождем, посмотрим. Я не могу вмешиваться ни в чью жизнь. Вот такой сегодня у меня получился ролик. До скорого свидания. Расскажу вам в следующий раз что-нибудь еще хорошее. Всем удачи, здоровья, мира, солнышка, тепла, доброты и всего-всего самого хорошего. Пока, мои дорогие.